19 февраля члены Каспийской местной организации «Общество слепых» собрали гуманитарную помощь участникам СВО в преддверии праздника «День защитника Отечества». Отметим, что идея сбора гуманитарной помощи принадлежит группе поддержки курса главы Республики Дагестан. Я в своем обществе тоже объявила как бы нашим членам-инвалидам, говорю, вот так, на 23 февраля хотим отправить груз, помогите. Вот они все вот принесли. Шапочки, носочки теплые, даже постельное белье, верхняя одежда. Все, что могли, принесли, собрали. Мы сегодня будем отправлять. По словам организаторов, члены общества отозвались на данную просьбу радушно и с азартом. В течение нескольких дней они составляли список необходимых принадлежностей, а после приступили к сборам. Кроме того, члены общества слепых подготовили для солдат поздравительные письма и приложили их к гуманитарной помощи. Мы сегодня отправляем впервые гуманитарную помощь СВО для наших военных. Как впервые озвучили, мы это, чтобы помощь отправить хотим. Наши же ВОСовцы, члены ВОСа, еще только не принесли, много вещей принесли. Спасибо им большое. Еще желаю нашим военным, чтобы целые, здоровые, невредимые вернулись домой. Стоит подчеркнуть, что отправку гуманитарной помощи произведут сегодня в 15:00 из Махачкалы.